Уважаемые жители Камчатского края и гости Камчатского края, природный парк вулкана Камчатки разработал для вас новый снегоходный маршрут по природному парку Налча. Идея его проработки возникла после прохождения спортивного мероприятия Берингея-Авача. Поэтому вы сейчас можете им воспользоваться. Общая протяженность маршрута составляет порядка 170 километров. Начинается он от кордона Пиночева и заканчивается на Ордыгинском полигоне. Можно будет следовать по маршруту как в одном направлении, так и в другом.